Привет всем! Сейчас поговорим о нашей любимой мамочке и актрисе Хазалкае. И узнаем, кого она выбрала, Чагатая или Кывнча, как лучшего партнера по сериалу. Недавно в сети появилось интервью Хазалкае с телеведущим Ибрагимом Селимом. Они в реальном времени обсуждали изменения, которые произошли в жизни Хазал. Также ведущий не забыл затронуть тему актерской карьеры актрисы и попросил дать оценку своим партнерам по сериалу. Оценив их профессионализм и личные качества. Итак, начнем сначала. Хазалкае призналась, что ей очень нравится быть мамой. Никаких особых неудобств в послеродовой период она не испытывала. И вообще не против родить второго и даже третьего ребенка. Похоже, муж Хазал, который находился рядом с ней во время интервью, совсем не против такой перспективы. Однако пока Хазал думает о работе, вновь заявляя о том, что женщины и мужчины в шоу-бизнесе должны получать равную оплату за равный труд. Что касается второй части обсуждения главных героев, а именно это Кывнча, с которым они снимались в сериале «Запретная любовь», Чагатай Улосой главные всеми любимый герой сериала я назвал ее Фериха, Бурака Дениза, Арас Булута и Немли. О них Хазал отзывалась с особой нежностью. Она рассказала, что каждый из них для нее очень важен и она находится с ними в хороших отношениях. На вопрос, с кем было комфортнее всего работать, Хазал ответила, что это несомненно Кывнча, поскольку во время съемок у них были теплые дружеские отношения. Кывнча, как старший брат, помогал и советовал Хазал в трудных ситуациях. Что касается Чагатая, то их дружба пришла с годами, сейчас она говорит, что Чагатай ей как брат, а вот во время съемок они не ладили, между ними было много непонимания и ссор. Именно это интервью сейчас очень популярное в соцсетях, что подтверждает тот факт, что Хазал до сих пор является любимицей многих.